Я зашла только что в новости. И вот самая первая новость. Лежит таджик со спущенными штанами. На допросе. Россияне, это у вас такой новый вид общения с обвиняемыми? То есть вы сейчас хотите сказать, что вот вы снимаете штаны с обвиняемых и допрашиваете их, да? То есть все в России, да, вот все, кто вот меня слышит, да, вы понимаете, что вот завтра вот вас в чем-то обвинят, первое, что сделают, не возьмут отпечатки пальцев, да, не пошлют какие-то там на анализ такой-то, DNA там проверять, да, с вас снимут штаны. И дальше что? Через штаны проверяется ваш, как бы, это как детектор лжи, что ли, да? Ну, то есть без штанов вы просто, блядь, сука, скажете все, что угодно, да? Ну, давайте снимайте штаны там с японцев, с американцев, давайте. А чего вы таджиков-то взяли? Вы же не хотите с Таджикистаном воевать, правильно? У вас враг НАТО. Возьмите американца, снимите с него штаны. Вы ссыкуны. Вы просто ссыкуны. Вы мочите слабых. Все. Вы сами себя называете великими, но при этом вы как великие не поступаете. Гуляет фотография по интернету, лежит таджик без штанов. Это криминал. Это 90-е. Вы говорите, что в 90-е было хуже. В 90-е было лучше. Людей не пытали током. Вы возьмите любого человека, снимите штаны, подведите ток гениталиям, и он вам скажет, что он сделал теракт. Любого возьмите. Вот у меня среди россиян наверняка миллион подписчиков. Миллион обоссутся, и миллион скажет, это я.